Несколько минут назад народный артист России Дмитрий Анатольевич Певцов сообщил о трагической гибели своего товарища, актера российских сериалов. Несчастный случай произошел еще 11 июня, но широкой общественности стал известен лишь сегодня. Трагедия произошла в Ленинградской области на берегу озера. По данным полиции, артист, друг Дмитрия Певцова, рано утром рыбачил на берегу водоема. После рыбалки актер пошел купаться и на берег больше не возвратился. Сегодня утром тело артиста нашли водолазы. Стало известно, что утонувший мужчина – это известный артист, который сыграл несколько ролей в популярных сериалах, таких как «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Спецназ». В результате несчастного случая трагически ушел из жизни российский артист марокканского происхождения Эль Уаледи Джамаля. На момент гибели актера ему было 47 лет. За его плечами несколько сериальных работ и театральных постановок. Но большую известность актер получил в 90-е годы прошлого столетия. На своей родине в Марокко Эль Джамаля считался национальным героем и одним из самых популярных артистов в России. Он дружил и часто снимался в кино с такими мэтрами, как Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков. Светлая вечная память. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!